В Жамбылской области компания «Еврохим» начнет реализацию второго этапа строительства комплекса по переработке и производству фосфора и фосфорных удобрений. Соглашение с российскими бизнесменами было подписано накануне на межрегиональном форуме двух стран. По словам министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека, ожидается, что по завершению строительства объекта социальный эффект скажется на близлежащих городах Жанатас и Каратау. В целом, министр отметил, всего был подписан 51 документ на общую сумму 3 миллиарда долларов. Это проекты в различных сферах экономики. В целом могу сказать, что вчера об этом президент также говорил, что между нами реализуются и будут реализовываться проекты на общую сумму почти 19 миллиардов 800 миллионов долларов. В основном, конечно, это проекты в энергетической сфере. Были подписаны бумаги. Женис Касымбек также сообщил, в следующем году в Казахстане планируют внедрить программу мониторинга состояния качества автодорог. В качестве эксперимента для начала выберут одну область страны. В случае, если программа будет успешна, в 2018 году ее запустят по всей республике.